Анонс и точник до выхода 88-й серии турецкого сериала «Невеста». 88-я серия сериала выйдет в эфир 26 ноября. Ранее в сериале мы увидели, как Джихан дает Ханчир обещание, что она не пожалеет, что решила остаться с ним. Когда Ханчир приходит к брату, чтобы поговорить, то мужчина указывает на то, что она находится в этом доме как вторая жена. Ханчир старательно это отрицает, но Джемиль просит ее не обманывать саму себя. Ханчир приходит к Бейзи и говорит, что она притворяется. Девушка нашла улики в мусоре. Бейзи эти новости тревожит. И ее прямо говорят о том, что она явно не беременная. Однако Бейзи собирается заставить замолчать всех, кто может хоть как-то расстроить ее план. К Джихану приходят двое мужчин. На его вопрос, для чего они здесь, они лишь называют ему имя Бейзи. Джихану эта ситуация совсем не нравится. 88-я серия сериала выйдет в эфир 26 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.